это очень быстренькое видео. У нас доставка еды. Хочу вам показать, как у нас это происходит. Приезжает дяденька. It's a shame they don't do bags anymore. I know. Isn't it? Well, it's all about saving the planet now, isn't it? Yeah, that's really going to help, isn't it? Yeah. When you think about it. No, we're not really, but there you go. Go. Oh, yeah. Give me that bag, Rob. Oh, no, I can carry it. There you go. Goodbye. Вот, раньше нам привозили уже в пакетах, а сейчас нужно свои мешки, потому что они экологически дружественные, вот так. Мне Ричард вон что купил. Он понимает. Вы видите, что делается? Так, дальше. Сегодня солнце такое хорошее, яркое. Давай. I'm just gonna finish my video. В общем, вот таким образом мы сэкономим примерно 2 часа в неделю туда-сюда мотаться, выбирать, все покупать. Вот это нам приходит. Такая доставка есть, по-моему, везде. Ну вот, пока.